Джингл бэл, джингл бэл, джингл бэл, вау. Готовы, ребята? Да, капитан! Да! Какой я капитан? Предновогодний, предрождественский кокосовый молоко от компании Риоба. Вот такое кокосовое молоко. Я надеюсь, оно белое там будет, а не прозрачное, как обычно в кокосе бывает. Professional Line, профессиональная линия, напиток. B6CA, B12, 3,2 жирности и 50 килограмм калорий всего. Вот такое молоко полезное. Всех с наступающим, если уже наступил, то с прошедшим. И счастливого Нового года, счастливого Рождества. Возьмем бокалы. Вот такие. Везде написано, что полезно, полезно. С 3 лет аж можно употреблять. Год аж нахрен срок годности. Литр объем. И вот здесь подробная информация. Жиры, белки, углеводы, тиропростоперы, все дела. 50 кал. Ну, не кал, кал некрасиво звучит. Килокалорий. Рождественское молоко должно быть вкусным, если оно не протухло. Ибо оно у нас простояло в холодильнике прилично длительный срок. Ну, год годности. Ножницами я... Не запасся. Да, блин. Поэтому будем резать на живую. Да. Вот чем надо. Вот так, чтобы гемора никого не было. Сейчас понухаем. Ну, по цвету оно как топленое молоко. Почему все равно-то льется-то туда? Вот такое. Понухать. Ну, пахнет. Ну да, стружкой пахнет кокосовой. Ну, по крайней мере, слава богу, не прокисло, не протухло, не пропало, не сгнило, не зацвело. Нюхать не надо, сразу глотать надо. А что, тебе не нравится запах, что ли? Ну, пахнет легко кокосовой стружкой. А вообще, мы тогда брали кокос натуральный. Такая ГГ, короче, ну, говорят, что вы сказали, что там дедаки утверждают, что плохой кокос попался. И невкусная стружка это была. Но она не стружка, там кора, кора. Ну как? Содержимое, мякоть, мякоть. Всем, кто употребляет только полезных напитков, даже в канун Рождества Христова и Нового года. Взяли зачем-то много сахара, набухали сюда. Для детей, наверное. Сладкое. Но я не скажу, что ультрасладкое, мне нормально. Но, ребятки, едоки голодные и сытые, я сильно не уверен, что это кокосовое молоко, потому что кто кокос расчленял, они видели, что он там прозрачная жидкость внутри, это с какими-то добавками. Оно не белое там, в кокосе молоко, оно прозрачное просто, безвкусное почти. Сладкая жидкость такая, она мягкая там такая, как вата. Вот пьешь, вата прям в рот. В рот тебе вата. Ну, мне нравится. Но православное молоко, конечно же, вкуснее. Ну, для разнообразия. Вот детям стопудово понравится. Кроме того, несмотря ни на что вообще. Хотя кокосы, мякоть кокосовая там по 1000 калорий нахрен. Ой, не лги, царю. Тут 50 калорий. Так что сам понимаешь, что это не кокосовое молоко. Далеко совершенно вообще категорически не оно. Это какая-то вода с добавками, глютаматами, ешками, е-е-е-ё, которые там. Их даже тут, наверное, можно прочесть. Ешки эти. Производится где? Россия, Москва. В Москве у нас растут кокосы. Ура! Ура, товарищи! Ура! Банановая республика. Ну что, можно. Но я более чем уверен, что это, конечно же, обязательно кокосовое молоко совершенно. Потому что я тебе сказал, что оно там белое внутри, просто прозрачная жидкость какая-то стрёмная. Ну мы возьмем еще один кокос, наверное, попробуем, еще раз попробовать. Но так как новогодний, предновогодний, предрождественский кокосовый напиток, он вкусен. Поэтому всех с наступающим, или с наступившим, или счастливого Рождества, и всего доброго. В конце-то концов, что ты от меня хочешь услышать, вообще не понимаю. Смотрит и смотрит на меня. Все равно смотрит. Что я еще должен сказать? Задумался. Задумался, конечно. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Можно? Ну 50 калорий, что не можно? Можно. Береги себя и близких, здоровья всем, пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.